В Екатеринбурге большая робота-радость обрушилась на 99-ю гимназию, на Баумана 17, что на Эльмаше. Депутат городской думы и председатель медицинской фракции в ней Алексей Вихарев подарил школе 20 робототехнических конструкторов, микробит-робот и 3D-принтер. Мы приобрели 20 наборов специального конструктора, который состоит из микросхем, маленьких видеокамер и чипов, и также помогли приобрести 3D-принтер. У нас не первый год сотрудничества с учебным сегментом Орджоникидзевского района. Мы достаточно активно стараемся поддерживать наши школы для того, чтобы у наших детишек было все современное. В качестве нано-изюминки на этот робот-тортик Алексей Вихарев вручил учителям и школьникам 99-ки картину из наноматериала, которая при соединении с приложением в мобиле оживает. Там так интересно получается. Работает, ну? Что там должно? Корабли все плывут. Да, все плывут. Птицы, корабли, люди плавают. Все, да. Закончилось.